Леночка, это я. Прекрасные новости. Простите. Леночка, прекрасные новости. Завтра они регистрируются. В час дня. Да. В это самое время мы с вами будем смотреть фрески Новодевичьего монастыря. Нет, почему? Я нормально дышу. Никакой астмы. Я совершенно здоров. Я счастлив. Я счастлив. Я люблю вас, Людочка. Я целую. Целую вас. Что с тобой? Почему ты в шубе? Безумная стужа. Я продрог.